Вот сейчас видео снимаю, поспел персик, поспевает еще инжирный УФО-4. Вот, такого размера он. Крупный персик. Сегодня 17 июля. Вот перед этим я снимал УФО-2. Вот УФО-2 у меня в руке. Он, конечно, уже намного мягче, он раньше спеет, на несколько дней. Ну, УФО-4 тоже уже, в принципе, можно рвать. Ну, такой еще тверденький. Местами уже мягкий. Ну, уже можно рвать. УФО-2 чуть-чуть меньше, скажем так. Пока показал. Это вот УФО-4 на второй год после посадки. Хорошо себя показывают. Хорошо окрасился, крупный. Внешний вид симпатичный. Есть вот, да, вот такое вот растрескивание. Ну, это единичный случай. Вот УФО-4. Косточка растреснула. Вот так в основном все целые. Красивые. Красивый персик. Нулевое опушение. Сейчас я сорву плод, посмотрим, какой внутри. Тоже беломясый. Тоже сладкий. Ну, вкусом отличается от УФО-2. Не могу сказать, что с них лучше или хуже. Оба вкусные, оба сладкие. Вот это вот второй год после посадки. В принципе, отличный урожайчик. Такой килограммчик есть. Нормально. Мне нравится. Внешний вид очень крупный у него. Привлекательный. Вкус, конечно, обалденный. Так как и все жирные, сладкие сорта персика. Ну, всем рекомендую.